Торик танку. Всем, ребят, привет! С вами Крон и такое интересное видео, ну, местами интересное, о читерах или чем-то подобном в Escape from Tarkov. Видео писалось без моего голоса, только голос экстрема. Ну, так получилось, я не включил микрофон во время записи. Хотел просто записать что-то интересное. Записал. Себе под забор, она там взорвалась. Я не знаю, я там спальня что-то где-нибудь залягут или еще что. Я просто писал на забор тут. Какой-то. Недалеко от лестницы. Два тела, кстати. Магазин 60-зарядный из калаша, думаю, никто не выдерживает блесками. Где к ним? Может, те же самые были, что и вернулись. Балкона. Да. На втором этаже. Комната возле окошек, которые на дырку смотрят. Смысл он просто... Один минус, это пчеловод, походу, комитет. Тут еще ходит где-то. Нет. Тело отлет, наверное, это все еще здесь. Другой. Этот еще здесь. Лестница пытался спустить. Прыгнул где-то. Походу. Чё? Или это он? Нет, он походу стонет или чё? Да, он там кашляет на втором этаже. Либо ему живот отбил, либо... Чё-то такое. Либо у него вода закончилась, но он стонет. Thank you.
Это не он, это другой. Вижу его на первом. Ну, в центре, в смысле, в здании? Ну, что-то. Один. Это, походу, тот, которого я видел. То есть спустился, я его минус. Тут еще ползает. На втором слышу ползком, что перемещается. На первом их нету, он их не спалил, значит они на втором, либо на третьем. Меня убили. Откуда? Я не знаю. Даже ни вспышек, ничего нету. Поэтому я в коридоре тоже никого не видел. Но где-то на первом. И опять чего было? Да. Не знаю, откуда такие пчелоботы охуевшие стали. Может, и есть пчелоботы? Да хз. Ну вот двое ходили, получается, по первому этажу. Когда смотрел, не было.
9 минут 23 секунды был еле-еле слышимый прыжок по дереву. Это был тот момент, когда бот выпрыгивал из забора. Тогда он шумел. А судя по тому, что это было еле слышно, куда убежал я, слышать он не мог, потому что в этот момент он еще лутался в здании. То есть он вообще не мог слышать, куда я ушел. Но выпрыгнув через забор, бот прямо и аккуратно на картах пошел к тому месту, где сижу я. Я слышал, как он подходит, но я даже в мыслях не мог предположить, что он пойдет ко мне, а не пойдет дальше по своим делам в сторону выхода, либо в сторону туннеля. Ну, согласитесь, глупо человеку, который вышел через дырку на картах, заходить в другую дырку в заборе. Тем не менее, как-то так. Разработчики, что это было? Расскажите, пожалуйста.